Мигалки, торжественная музыка и ровные шеренги блюстителей порядка. Сегодня высшее начальство Северодвинской полиции провело смотр личного состава и наградило лучших. Такие парады призваны показать горожанам лицо тех, кто их защищает. Смотр строевой подготовки личного состава, патрульно-постовой, дорожно-патрульной служб, участковых уполномоченных и добровольной народной дружины прошел сегодня у стен здания Северодвинской полиции. Всего около 100 сотрудников, ежедневно несущих службу на улицах нашего города, прошли строем перед высшим начальством. Как показывают проверки, многочисленные сотрудники именно патрульно-постовой службы Северодвинские являются, в общем-то, одними из лучших в области. Поэтому оценку пусть лучше дают нам граждане. Я буду всегда критичен к своим подчиненным и требовать от них, в общем-то, большего. Особо отличившихся в ходе несения службы сегодня наградили благодарностями. В планах у северодвинских стражей порядка проводить такие торжественные смотры в центре города на площади Победы. Все для того, чтобы показать лицо северодвинской полиции тем, кого она ежедневно призвана защищать.